Всем привет! На связи компания «Жаско», ведущий российский производитель оборудования для агропромышленного комплекса. Мы производим оборудование с 92 года. Меня зовут Анастасия, и сегодня мы снимаем рубрику «В наличии». Помните, все, что есть в наличии, вы можете забрать прямо сейчас. Не нужно ждать. Сроки поставки незамедлительно. Никто не ожидал такого поворота событий, но да, я люблю рассказывать о том, о чем мы еще не рассказывали. И да, у нас есть не только экструдеры, и сегодня мы с вами поговорим про фузоловушки. Где же они применяются? Это линии по производству растительного масла в агрофирмах, фермерских хозяйствах и других предприятиях, которые занимаются переработкой сельхозпродукции. Для чего нужны? Для первичной очистки масла, полученного из маслопресса от крупных взвешенных частиц. Ну, чтобы было проще понять, когда масло проходит через фузоловушку, то порядка 70-80% фуза снимается, а это в 3-4 раза увеличивает время работы фильтра между чистками фильтрующих элементов. Фузоловушки бывают одно- и двухсекционными. И все зависит от того, какая производительность вам нужна, а также от характеристик очищаемого масла, ну и от компоновки оборудования. Компания «Жаско» предлагает на выбор фузоловушки. У нас в наличии сейчас есть и одно- и двухсекционное. У маленькой производительность до 400 кг в час, у двухсекционной до 2 тонн в час. Ну и самое приятное в моем рассказе сегодня. У нас продолжают действовать наши юбилейные скидки. И на фузоловушки они распространяются тоже. Остались вопросы? Пишите мне в комментарии. Хотите одну из этих фузоловушек или сразу две? Звоните. Номера телефонов сейчас на ваших экранах. И помните, компания «Жаско» всегда на связи.